Белорусский государственный музей является постоянным местом проведения многочисленных международных научных конференций и мероприятий, выставочных проектов, направленных на сохранение мира, осуждающих и разоблачающих проявления нацизма. Совместно с другими государственными научными и культурными учреждениями музей последовательно противостоит фальсификации исторических событий Второй мировой войны. Администрация музея и сотрудники прилагают все усилия, чтобы Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и в будущем являлся ведущим музеем не только нашей страны, но и одним из лучших музеев военной истории ближнего и дальнего зарубежья. Ну, это же уму непостижимо. Те, кто были героями, сейчас почему-то их хотят представить захватчиками. Те, кто были захватчики, наглецы и негодяи, они сейчас жертвами становятся. И как-то вот тут великие победители, это американцы и англичане, вроде они это все дело порешали. И это все говорится при живых ветеранах, при людях, которые хорошо знают историю Великой Отечественной войны, насаждается. Вкатываются такие громадные деньги, снимаются фильмы, публикуются всякие там воспоминания и тому подобное. Ну, что-то вот в этом мире переворачивается. И поэтому вы сейчас оказываетесь на переднем крае. В сражении за память, в сражении за справедливость. Если мы не отстоим нашу историю, то все тогда не будет нашего народа, не будет нашей памяти, не будет памяти, не будет народа. Это же очевидно.